Встречи шерифа с Зимру всегда носили принципиальный характер, за что и получили название «Эль Классика». В этот раз у игры особый подтекст. Во-первых, победа отправляла Тирасполь на первое место. Во-вторых, это был последний матч шерифа в этом году, а для многих игроков – прощание с клубом. Я могу сказать, что Арбаледа, у него заканчивается контракт. Он был в аренде, тут он сам вправе выбирать, что ему сказать. Наверное, покинет. Кастанеда тоже заканчивается, контракт закончился, он не продлил, он тоже покинет. Это два человека, которых я точно могу сказать, что на сегодняшний день они могут покинуть наш клуб. Все остальные есть контракты. В Еврокубке можно заявить трех футболистов, так что работа скаутов запустилась вновь. Имена называть не буду, но достаточно много есть те футболисты, которых мы рассматриваем, смотрим, наблюдаем, ведем. Поэтому не исключено, что будут и новые приобретения. Это вполне нормально. То есть работа, мы работаем. И Арбаледа, и Кастанеда приняли участие в игре и приложили руку к разгрому Зимбру 4-0. Но самую большую лепту внес Мамо Янсане, у него хет-трик. Мы должны были еще в первом тайме закрывать эту игру с результатом 5-6-0 и спокойно играть. Ну, к сожалению, реализация. Хорошо, два забили. Ну, а второй тайм тоже самое. Хотя, я вам скажу честно, ну, Зимбру понравилось, тоже сопротивлялась. Нового тренера, я думаю, уйма работы, очень много, поэтому желаю ему только терпения и удачи. После игры с Зимбру команда ушла в отпуск. 14 января вернется, начнется подготовка к Лиге Европы. Правда, без игроков африканских сборных. Обратная сторона хорошей игры. Многих футболистов пригласят на Кубок континента. У нас достаточно много сборников африканских, национальных сборных, там 5 человек. У них, они сейчас уедут, и 26 декабря уже их будут собирать. У них, вы знаете, Кубок Африки начинается с 9, по-моему, января по 24. А если пройдут дальше, то это до 6 февраля. Вот это, конечно, меня пугает. Исторический отрезок сезона позади. Дальше отдых и Новый год. Дед Мороз дарит подарки, главный волшебник шерифа дарит Евровесну. Но даже ему нужен отдых. Очень устал психологически, все, надо отдохнуть тоже, побыть в семье, потому что вот эти 3 месяца были очень сложные в плане, наверное, эмоций и здоровья, психологического именно. Поэтому ничего страшного, это наша работа. Я думаю, достаточно месяца для того, чтобы восстановиться и засучить рукава и взяться за новую работу. С женой хочу просто насладиться домом, взять собаку любимую, пойти в лес погулять на Днепр. Это, может быть, если получится, жена не против будет на недельку где-то... Не-не-не, в Дубае, наверное, чтобы поплескаться в море. Самый успешный год в истории клуба закончился. Самый успешный сезон еще нет. Впереди плей-офф Лиги Европы и новые победы.